В муравленковских магазинах обнаружили кур с сальмонеллой. В местном отделе Роспотребнадзора сообщили, в город поступило около 160 килограммов зараженного мяса птицы. К тому времени, когда прокуратура, Роспотребнадзор и ветеринарная служба начали проверку торговых точек, выяснилось, что муравленковцы уже раскупили почти всю партию. Из оборота изъяли и уничтожили только оставшиеся 4 килограмма. Действительно, у нас в Муравленко, по информации департамента ветеринарии Свердловской области, поступило 160 килограмм зараженной курицы. Производство птицефабрика Днепропетровская, то есть Украина, с датой производства 2 декабря 2012 года.